Игорь Шутенков выразил благодарность властям и жителям четырех китайских городов-побратимов – Улан-Чап, Ланчжоу, Хулун-Буир и Эрлянь, которые общими усилиями направили в Улан-Удэ средства индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией. От имени администрации города Улан-Удэ и всех жителей нашего города выражаю искреннюю благодарность народному правительству Эрляня за оказание побратимской помощи Улан-Удэ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Направив нам медицинские товары, эрлянцы выразили поддержку жителям Улан-Удэ и продемонстрировали искренние побратимские чувства нашему городу. Напомним, в Улан-Удэ из Китая доставили более 130 тысяч масок, почти 1500 комплектов защитных костюмов, 8 тысяч перчаток и 1000 защитных очков. По словам мэра, побратимская помощь будет направлена в медицинские учреждения Улан-Удэ, которые ведут борьбу с пандемией COVID-19.